Мы ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. Люди сейчас живут дольше, чувствуют себя лучше. И не надо их искусственно загонять в старость и немощность. Работать надо. И никто никого не душил. И не нужно здесь ничего придумывать. У нас продолжает расти продолжительность жизни. Первое. И второе. Мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Где деньги? Ваше место у параши. Вон Песков, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу, то ему это поручено. Superb. Finish him. Prepare to die. Как это так? Смерть — это что такое? Это ужас. Главное для нас — это повышение уровня благосостояния и доходов на людей. Ну и так далее, и так далее. И я вам обещаю, что мы так и сделаем. Чё, я-то вообще здесь ни при чём? Путин wins. Обещалити. Всё будет хорошо.